Наступило утро. Как вы поняли уже из названия этого видео, эти выходные мы проведем вместе. Для того, чтобы не проспать, я на будильник поставил песню Ольги Бузовой. И, соответственно, для того, чтобы не слушать это, я проснулся чуть раньше и выключил его. Совсем немного времени осталось, скоро мы будем уже выдвигаться, а пока мы пьем чай. Отправляемся в Москву. Нас пригласили в Биобокс. И помимо этого мы еще заедем в Экзаменю. Машина на ремонте, поэтому придется ехать общественным транспортом. Путь не близкий, часа 2-2,5 в итоге у меня все это время займет. Ну а что делать? Нужно сделать видео. А для того, чтобы делать видео, придется добираться любыми путями до места назначения. Пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Уважаемые пассажиры, новогодние поезда, держитесь за поручни. Вышли мы из метро, до Биобокса осталось совсем немножко, и скоро наша цель будет достигнута. Пошлите. Насколько тебе интересно, Саша? Хочешь, я сяду на твое место, ты посмотришь? Не, просто сам посмотри, я же на скорую. Какой я фотограф? Там немножко стол, видно вот этот угол, наискосок. Нормально. Да, раз, два, три. Здравствуй, Евгения. Здравствуй, Дима. Я хотел бы сегодня узнать про школу для аквариумистов. Можешь ли о ней подробнее рассказать, как вообще началась, с чего началась идея этой школы? Ну, вообще идея началась достаточно давно, когда я стала проводить много мастер-классов. Меня приглашали компания Тетра, например, мы вели уроки для детей по аквариумистике. И я поняла, что вообще идея сама обучения очень мне близка, и я получаю от нее внутреннее удовлетворение. То есть не просто делать что-то своими руками, а учить других делать. Если у кого-то получится играть деталями, то вообще более главное. Давайте тогда приступим так, к вам позиции, а потом попробуем более детально найти. Основная, сначала будет плана, потому что на подходе сюда. И потом уже основная позиция, где тяжелее всего почувствовать, что сейчас будет. Большие темные вперед, значит, максимально количество. Длинные назад.
путаюсь, применение перспективы того, что мы сейчас узнали. Получается таким образом, что мы должны учитывать внешние факторы, то, как они течением гонят песок, как укладывает эти камни, как кладет листву, как растут коряги. Мы с вами привыкли делать коряги вот так, а они-то вот так. Давай. Ну, во-первых, я не боюсь банальностей, потому что у нас как-то вот каждый раз, когда человеку задают подобный вопрос, он пытается найти что-нибудь экстравагантное такое. Ну, необычное, чтобы не быть похожим на других. А на самом деле ведь мы... Почему какие-то рыбы популярные? Потому что они любимые. Это логично. То есть на этом заработать по-серьезному было невозможно, но зато в процессе я приобрел много очень знакомых, которые этим тоже увлекались, да, и друзей, с которыми впоследствии мы начали как бы искать новые горизонты, как бы, пытаться во что-то развиться, куда-то где-то какие-то найти новые там интересные вещи. Наряду с этим мы видели, что есть какие-то, например, там сложившиеся уже там культурные моменты, которые вот хотелось бы поменять. Ну, например, там вот в аквариумном магазине приходишь и сталкиваешься с какими-то вещами, которые тебе не нравятся, там, или ты думаешь, вот сделайте вот так, будет лучше. Понятно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо за это. Всем пока. Стал я появляться в этой футболке в некоторых видео, в Инстаграме, и стали от подписчиков появляться вопросы, откуда такая футболка. Так вот, хочу сказать то, что вот этот вот рисунок, логотип канала ПАР, нарисовал художник специальными красками, которые водостойкие и не убираются во время стирки. Ссылочку на этого художника, кому интересно, оставлю в описании под этим видео. Это девчонка, которая занимается как раз таки вот такими вот работами. Работами, изображениями на одежде. Группа у нее есть ВКонтакте, и если вам будет интересно, переходите, посмотрите, что она с этим делает.
Сегодня мы посетим магазин «Экзаменю», но даже это не самое главное. Сейчас мы пойдем в ботанический сад, аптекарский огород от МГУ. И именно там «Экзаменю» выставил свои аквариумы и террариумы. Пойдемте посмотрим на это. Так, ну что, сейчас я уточнил и выяснил, что аквариумов с рыбками в аптекарском огороде от компании «Экзаменю» нет, но есть три террариума. Вот именно к ним мы сейчас и выдвигаемся. Очень тяжело снимать, когда походит много людей, поэтому постоянно приходится прерывать съемку, потом возвращаться обратно, и так уже происходит. Очень много раз у меня уже начинает камера садиться, поэтому даже не знаю, как все это по-быстрому закончить. Материал очень интересный, соответственно, даже попросила компания «Экзаменю», и получилось такое, что здесь целая лекция. То есть периодически подходят люди и слушают про каждую рептилию, которую мы снимаем в видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в аптекарском огороде, и нас сюда пригласила компания «Экзаменю». Мария. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Наш зоомагазин предоставляет аптекарскому огороду определенную выставочную экспозицию. Это три террариума фирмы «Экзотерра» плюс содержащиеся в этих террариумах животные экзотические. И это в данном случае у нас «Еменский хамелеон», самочка, очень хорошая, подросток. Вот. Это «Физума» мадагаскарская, активный дневной геккон, очень красивый, очень крупный, очень симпатичный, вот, постоянно на виду. И это питон «Региус» или королевский питон. Не, это как раз. В стрессовых ситуациях, то есть, например, если он увидит приближение хищника, стрессовая ситуация, сопровождающаяся, там, я не знаю, голодом, холодом и так далее. Заводить дома пересуму, то за ним только можно наблюдать. Да, это животное для наблюдения. 90% случаев это животное для наблюдения. Если долго работать, долго общаться с этим животным, растить его, например, с малька, вот, то есть все шансы, что оно привыкнет к общению, близкому общению с людьми, к рукам. Но даже если он прилипнет к руке, он липнет не в плане прилипнуть. Он как будто магнитится. То есть он как прилипает, так же легко и отлипает. Вон там полосочку, да, где кончается рисунок красной точки. Красные точки. Хорошо, да, да, да. Где кончается рисунок красной точки, то есть это видно, что растет новенький, свеженький, хорошенький хвостик. Они вот так же, как и отбрасывают, так же спокойно и отращивают. А как часто они отбрасывают? Или это была стрессовая ситуация? Это была стрессовая ситуация. Мы подозреваем, что просто вот, ну, кто-то постучал по стеклу, проходя мимо. Мало ли людей здесь много проходит. Очень спокойные. Чаще всего найти агрессивную змею среди питонов надо очень постараться. Именно среди королевских питонов надо очень постараться. Это змеи, выведенные в неволе. Это, конечно же, все животные исключительно человеческого производства, скажем так. Они давно известны в террариумистике, давно известны в мире экзотики, как очень легкие в содержании змеи, как очень спокойные змеи и как очень интересные для разведения змеи в том числе. А можно его потрогать? Да, конечно, вы можете даже его подержать, это очень спокойная змея. Они вообще щипаются, кусаются? Для питонов, знаете, найти действительно кусючего, который будет агрессивен к человеку по каким-то причинам или даже без них, это, ну, действительно один из сотни. Среди королевских питонов конкретно. Это чаще всего это максимально спокойные, контактные змеи. Мы для них теплые, мягкие, приятные, кормящие. То есть, невкусные. Да, и невкусные в том числе, потому что мы слишком большие.
Вот, даже взрослая змея не покусится на человека. Спасибо, Мария, было очень интересно. Спасибо магазину «Экзаменю». Я надеюсь, что вы нас еще пригласите. Пригласите не раз. Конечно. И мы познакомимся с другими рептилиями. Всегда будем рады видеть вас в нашем магазине, на наших экспозициях, ну и, конечно, на лекциях. Спасибо. На сегодняшний день запланированные съемки закончились. Но так как мы находимся в аптекарском огороде, здесь настолько красиво, что уходить отсюда не хочется совсем, хотя время уже говорит о том, что пора уже ехать обратно. А нам еще ехать примерно 2 часа, пора ехать в Коломну, но я не знаю, буду жертвовать временем, но хочу еще здесь задержаться, хочу еще посмотреть на эту красоту. Здесь, в аптекарском огороде, мы наткнулись на аквариум от компании Tetra. Здесь они представили свои работы. Красавица такая висит. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 аквариумов. Сейчас мы все эти аквариумы понемножку посмотрим. Вот о таких кораллах, точнее не кораллах, а скелета кораллов, я как раз недавно делал видео на канале Напар. Флорариум планс. Нашелся вообще случайно. Посмотрите. Знакомый вот этим? Посмотри, сколько. И аквариумы тоже здесь. We'll be right back.
боже. Не видно твой лайк. Вот так видно. Не острая? Не обманывай, острая же. Вот от таких перекусов растут щеки. Все, теперь мы едем уже домой. Вот мы и дома. К сожалению, времени делать видео уже совсем нет. Делаю видео, вам покажу просто с помощью ноутбука. В общей сложности времени потратили очень много. 2 часа, 2,5 часа примерно туда, 2,5 часа примерно обратно. Плюс еще там единственное, что хорошо порадовало меня, то что оба магазина, в которых мы были, они находятся на кольцевой линии метро. Соответственно, хоть здесь мы немножко времени сэкономили. В первый день съемок было примерно 6 часов. На второй день часа 3 мы тоже на съемки потратили. Также нам еще понадобится время для того, чтобы смонтировать видео, для того, чтобы сделать обложку для видео и, соответственно, его загрузить на YouTube, на канал ПАР. Этим заниматься я уже сегодня не буду, потому что уже пора спать. И напоследок хочу еще сказать то, что в экзаменю я не показал. Купил вот такой вот брелок. Он, мне кажется, очень подходит к моему логотипу нынешнему. Вот такой вот брелочек. Ну вот, в принципе, и все. Вы провели 2 дня со мной, 2 дня моих выходных. К сожалению, не удалось отдохнуть, но зато мне будет что вам показать в ближайшее время. На этом все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале ПАР.